рука бьет. Наши девочки запрятали рученьки в муфты, ждут нас на берегу. Где-то в Крыму девочка в розовом сарафане, и мама ее не отпускала гулять. Но мы просили, отпусти, мама, дочку с нами. Ведь мы подводники, мы силачи. Ах ты, мы вышли из шахты, что под номером 8-3-29-05. Здесь не игры, пинг-понг и бухты. И бухты барахта нормально переводить детям в зале. Настоящий подводник дома — это корабля. Где-то в Крыму девочка в розовом сарафане, и мама ее не отпускала гулять. Но мы просили, отпусти, мама, дочку с нами. Ведь мы подводники, мы силачи. Ох ты, и если не лох ты, ты поймешь, что подводник без лодки, что краб без воды. Мы сидим без воды, но в натуре морские мы лохи. А домой-то какой-то, что с гудзом подводным скулит. Где там Крыму девочка в розовом сарафане, мама ее не отпускала гулять.